Ну что, господа, всем привет и приятного просмотра. Продолжаем мы проходить Assassin's Creed Odyssey. Так, что у нас надо тут сделать? Я уже все забыл, что надо было сделать. Я помню, что тут вот он. Да. И тут где-то еще есть... Где-то я видел знак вопросик. Не слишком близко было. На каком-то острове, может быть, даже не знаю я. И сюда еще плыть надо. А это... Где-то искал я, искал это место. Короче, есть знак вопрос. Тама. И он... Типа как горит. Показывает, что нам туда надо по заданию можно сходить. Походу дело это у нас... Может, конечно, старую серию запустить, посмотреть, но... В данный момент сейчас это мне неудобно делать. Блин, тут и недалеко было, на самом деле. Тут орел не открытый почему-то у меня. Фоток тут наделали, очуми просто. Так, секунду. Нет, не здесь. Это там фоток дофига. А, во. Ну тут не фотки, даже фоток нету. Воронка Геракла. А это, походу, дело у нас задание на этот. Давайте посмотрим задание... Вот это врата Атланты, тени змеи. А что за тени змеи? Подожди, врата. Ищите артефакт на Лесбосе. На Лесбосе. Оказывается, нет. Оказывается, нетушки. Не то, значит, не то. Это не то, что я хотел я. Так. Ты у нас, походу, дело здесь, да, находишься? Нет, там 50 уровень. Походу, ты, да? Или не ты там? Я что-то не понимаю, кого я тут нашел-то, блин, а? Ух, 9000. Не, не он. А кого, когда здесь я нашел? Вот здесь. Ну, давай сначала уйдем сюда, а там потом уж... А, вот еще здесь есть. Можно даже потихонечку уже... Блин, где я здесь видел-то, а? Там один знак вопроса тоже так светится. И плюс то, что он... Там много фоток. Много фоток. Неужели это какой-то остров? Ну, то же самое, как и это, но это тоже забуду потом постепенно я. И он при этом, простите, не открыт. Вообще не открыт никак. Что тут такое у нас творится, да? Типа за карту убежал, да? Тут что-то такое у нас, только один какой-то горец находится. Это по-любому не здесь. А может, на карте это обозначение имеет. Ладно, давайте попробуем все-таки тебя уничтожить, а? Потом будем дальше разбираться. Вот это прыжок веры, очень просто. Мы очень сильно приближаемся к тому, что... Очень сильно, конечно, приближаемся, но пока еще далеки от того, что закончит этот ассасин. Может, что сказать. Видно, я вижу замок. Я не хочу его полностью защищать его.
Можно я без вас? Простите. Если в этом месте есть табличка, надо ухватить его. Табличку, чтобы прокачать себе. Здорово, мужик. На самом деле, в этом месте, в Греции, они уже должны потерять чуточку уже влияния. Даже не чуточку, а приличное влияние. Они должны уже потерять. Все-таки мы уже немало их поубивали. Так. Найдены останки. А останки — это не табличка, интересно? Походу, дела нет. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Так. А там не один папа. Там не один, это очень плохо. Какой я молодец, да? Выкинул его. Защита стоит еще там. Да. Не, вот здесь не один. Ты здесь, противника? Тихо, тихо. До свидания. Собачья смерть. Готов. Сто тысяч дали. Офигеть просто. 100 000, господа. Так. Осматриваемся. Что нам дали по этому снаряжению? О, 50 уровень, прикольно. А пока нам далеко. И все, да? И вот тут нам эту 17. Ну там еще далековато для прокачки нам. Кого мы убили? Подожди. Это точно нет. Вот это что-то не похож был. Или он все-таки. Да, серебряные жилы написано. Еще 3 главных осталось у нас. И вот этих еще надо поубивать. 50 и 51 уровня. Пол
Логически я их всех знаю, где они находятся, а не. Так, я хотел бы посмотреть про полных зверей. Кому-то надо вернуться еще. С этой пещеры, охота за разбойником каким-то. А что это такое вообще? Я не понимаю. А, вот. Немейский лев обитает Арголе. Вот это можно взять. Немецкий лев обитает Арголиде. Он центр части вас... А вот он лев. А это кто такой, значит? Вепрь. Значит, я тут... Вот это что я нашел, получается? Это статуи какие-то. Тоже можно будет выполнить эти статуи. Только ты что, не знаю. Я, кажется, одну статую выполнил. Или нет, без понятия. Это чуть позже я буду выполнять. Это печати тоже без понятия, зачем они нужны. Ладно, короче, это... Я так и думал, что он там находится. Сейчас, секундочку. Тут, я думаю, скорее всего, можно переместиться отсюда. Значит, я был прав, мне сюда. Можно. Ну, давайте попробуем этого лева. Левика победить. Левика победить. Посмотреть, что из этого будет. Так, мы здесь. Замечательно, и нам недалеко. Давайте выберем это место и попробуем победить льва. Вот сюда. Все. Прыгаем. Прыжок веры. Я, конечно, бы на стрим бы это запустил, но через он PlayStation что-то неохота это за ним заморачиваться. Я не знаю, вообще возможно нам пустят. В данный момент сейчас. Вообще-то, по идее, можно попробовать, но не хочу. Посмотрим, что из этого будет. Тихо. Самое страшное, это будет морской бой с... какой-то ассасином. Вот, точнее, противником. Какой-то космос, самое главное. Царь зверей. По морским. А мы льва не побеждали раньше? А, он валялся так. А я-то думал, что такое там творится. Лишь бы не заметили. Вот это мне не надо, я не люблю года. Офигенно просто удар. Тихо, 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 тихо. Может поменять? Может они быстрые, пап? Thank you.
Ё-моё, а. Тихо. Если что, то очень мало, конечно, но мы задание будем только выполняем его. Мы за убийство получили. А, ну еще. Надо еще их сдать, получается. Тут недалековато сдавать их, на самом деле. Ладно, хорошо. Продолжаем дальше. А вот и фотка. Это не та. Это значит, не те вообще были, а там что, был упырь какой-то. Ладно, дальше что? Продолжаем. Давайте попробуем теперь культиста попробуем. У тебя культиста. Да, он здесь находится. Значит, мне надо сюда. Понятное дело. А почему? Скорее всего, то, что я нахожусь на опасной территории. Ну, понятное дело. Подожди, а тут что-нибудь есть вообще или нет? Это неинтересно. Ну ладно. У нас, если не ошибаюсь, последнее животное осталось. Животное у нас осталось, и все. Так. Я так понимаю, нам сюда. Мы тебе можем так сделать. Да. Можно так теперь сделать, и будет все окей. Ждем, когда загрузится, тут всегда долго загружается.
Так, вызываем корабль. Если уровень получим, скорее всего, будем уничтожать щиты эти проклятые. Там что-то плавает в воде. Что за задание какое-то идет, чумить просто. Грибцы, по местам! Подожди, а там причали те есть? Задание какое-то есть. Ну, давай, я сюда. Сможешь, капитан. До орла доберемся, а там потом заберемся. Далеко путь еще. Хотя неудобное место. Можно задание взять тут выполнить, понимаю. Так, задание. Где там сказали? Тени змеи. А, лес босси. Здесь нет. Не вздумай приближаться. Надеюсь, меня еще не заметили. Да я и не приближался к нему. Так, где тут у нас орел? Что-то шучу-то не понимаю. Можно было причалить, оказывается. Да, странно такое поселение. Для меня очень странное поселение. Потом, давай потом. У меня вот в этой серии хочу убить еще одного злодея. А потом с тобой пообщаемся. Где-то змеюка, вот это что ли получается? Падла, да. Вот еще один. У меня чувство, он не слишком силен.
Так, а тут вход есть, интересно, или нет? Если сзади нет входа, можно вот эту... Ебать, а нет, там есть вход. Везде есть вход, там и там. Все ко мне! Теперь ты умрёшь! Как он так сделает, а? Так, секунду. Откупиться тут можно или нет? Интересно. Ё-моё. 5000, а без проблем. Я согласен. Что, бля? Это ты и есть? Я троих убил сегодня. Идите лучше в жопу. О, получил снижение. Это что, за то, что я уринку прокачал? Пошел мочкать. Да, мучок. Поймаю. Поймал тебя. Фу. Нашел его. Да? Нет.
Короче, двоих убил, кого убил. Одного я точно не знаю, кого я убил, а второго я, кажется, вот это одного девушка, который там какой-то странный был. Оказывается, наемник бегает по карте, блин. Так, здесь два сокровища можно забрать. Уровень мастерства. Вы разблокировали доступ к уровню мастерства. Вы можете вложить очки в способности и навыки. Повышает характеристики, и это бонусы добавляет к тем, которые герои получают ношение оружия, снаряжение, уровни мастерства. Чего? Что-то не понимаю вообще, что это такое. Я не хотел это заниматься, я хотел это... Все. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Это все, где никто будет искать. Ну ладно. Давайте посмотрим, что и что почем здесь. Тут еще задания есть. Наемники какие-то, навыки. Так. Снаряжение у нас, как дела? Да, это оружие покруче нашего. Ну, давайте побегаем с ним. Ух, тут булава какая. Ух, ё-моё. Вот этим топором бегаем еще до сих пор. Ну, пускай пока еще побегаем им. Так, это мы двоих убили. Там прибавилось еще на 2 единицы. Там что-то еще появилось, да? А, ну шкура, это понятно, шкура. Это того. Так, тут что у нас под доспехом? Хуже нашего. Тоже хуже почему-то нашего. Лучше. Ну, я пока на этих доспехах побегаю. Так, способности. Я только не понимаю, где это способность. А, вот это она есть, что ли? Уровень мастерства? На самом деле, я бы хотел... А где она? Вот это взять. Кого мне его выбрать-то, а? На тебя. А чё, потом только вот это будем делать, уровень мастерства. А, это вот что здесь. Тут бесконечно можно качаться. Ха, очуми просто. Так, наемники. Это мы наемника и сразу это убили, да? Вот он. Оказывается, он наемник. И культист. Вот и мы его убили. Этот у нас остался еще. Это мы раскрываем постепенно. Еще 2 осталось убить здесь. Вот этого морского очень трудно, пускай все убить. Ладно. Ну что, от щитов мы взяли. На этой ноте буду останавливаться, господа. Увидимся в следующей серии 3 упражнения. Всем удачи вам и пока.